Ну что ж, дорогие друзья, давайте сегодня будем... Сейчас маленько настрою экран. Ну, так как у меня нет камеры, будем записывать через телефонную камеру. Будем разбивать миф о том, чтобы... Почему жесткий диск никак ничего сделать. Ну, а так как у меня камера херовенькая... Ну, компьютер хороший, DDR4, ну, вот эти два диска, мы не можем их никак форматировать. Вот, например, установим по умолчанию, NTNC, вот пробовать, да, начать, ну, окей. Видите, вот облом. Окей, здесь у меня еще другая есть, RFS. Ну, еще то же самое пытаемся сделать. Но у нас как бы ничего не получается. Вот, окей. Все, блок. Что нам надо сделать? Ну, пробовать, если его жесткий диск на вирусы проверить. Ну, смысл нету. Вирусов нету. Как видите, все. Что еще можно сделать? Там мы говорили очень много о такой проблеме. Можно с низкой форматированием. Низкое форматирование. Проверяем. Ну, тут сразу пишет у меня консоль, что она у меня форматирование. Сделаем быстрое. Ну, форматируем это устройство. Потерянный файл. Samsung 160. Как видите, облом. Носитель он никак. Что надо сделать? Сейчас мы будем смотреть, что делать. Как видите, у меня здесь куча утилитов, которые я занимаюсь не только программами и всеми остальными видами своего, можно сказать, малого бизнеса. Что еще можно? Тут говорили, можно через панель управления. Ну, это, естественно, администратирование, управление компьютером. Сейчас должен запуститься, да. Вот, потом запоминающее устройство. Ну, давайте. С управлением дисками. Как видим, он у нас... Рабочий, исправен, отформатированный, все как на диск базовый. Пробовать проводник. Ну, так, ну, давайте его раздел активным. Ну, никак. Свойства, справка, там все остальное. Ну, пока миссия у нас не получается. Вот. Ну, надеюсь, можно сперва его хотя бы собрать в кучку. Нет, это паркел не пойдет. Нет. А давайте делаем вот этим арконисом. Соберем его в кучку. Собираем кучку сейчас его. Потом та же анализация. И пробовать будем пару утилитами, которые у меня есть. Вот он, диск наш такой, вот он такой хороший, прям шикарный. Нам надо его собрать в кучу. Так, собираем с объединитом. Объединяем с этим. DF, что, проверяем. DF, четко, окей. Действие. Применить. Продолжить. Ну, как вроде, смотрим, увидите, прошла внутренняя ошибка, дополнительные сведения, забудьте журналы. Облом. Закрываем, не получается арконисом. Проним. Будем пробовать это. НАТО, это утилита довольно мощная, но довольно неплохая. Проверяем. То же самое. Перемещение раздела, копирование, удаление, форматирование, изменение метки, пройти расширенные. Что у нас там можно сделать? Пока ничего.
Слияние разделов. Смотрим. Не занятая. Два раздела. D, F. Два. Ага, этот нельзя делать. Так, пробуем вот этот. Что там? Так, подождите. У нас же... Да. 148. И вот он, да. Ну, мы его сейчас... Ну никак, пока мисс, но никак. Удаление раздела. Давайте просто его окей удалим. У нас получится вот такой раздел. Принять. Перейти. Да, вы хотите начать. Мы хотели начать. Текущая пера была отменена. Описание. Окей. Ага. Попробуем тогда другой утилиты еще раз. Ну и этой же утилиты попробуем. Так, будем пробовать все, что можно. И все, что нельзя. Так. Мегабайты. Ну это что у нас? Скрываем их. Окей. И вторые скрываем. Так, подождите. Скрываем. Что у нас получается? Один том. Ладно, применяем. Действие делаем. Так, применяем том. Продолжаем. Так. Не занято пространство. Так, вот. Их мы не видим. Все. Мы их удалили. Удаляем том. Действие применяем. Продолжаем. Удалили. Продолжаем этот. И мы его то же самое удаляем. Окей. Действие. Применять опции. Продолжить. Ну вот, видим. Теперь мы что, создаем. Далее. Далее завершаем. Действие применяем. Продолжаем. Окей, он у нас готов. Так, теперь мы его надо форматировать в NTNC. Окей. Ну, так как он в NTNC не получается у нас, ну, мы будем пробовать. Применяем. Продолжаем. А, ошибка, видите, как. Обалденная. Ну, ладно. Угу. В основной. Окей. И применяем. Продолжаем. Все. Он у нас готов. Так, управление открываем. Запоминающие. Устройство. Да, запоминающее устройство. Управление дисками. Ну вот, как видите, у нас один RAF остался. Мы его... Делаем свойства.
Сервис проверяем. Невозможно, диток недоступен. Проверим. Понятно. Черт тут говорить об этом. Базовый. Он у нас вне сети. В сети. Активным. Интенсии. Форматировать. Окей. Окей. Все сработало. Как видите, миф этот улетел. Как Фома хреном сдуло. Но мы не знаем еще. Надо проверить свойства, сервис, проверить на ошибки. Диск, сканирование. Успешно проведен. Как вы заметили, нам не надо было ничего делать. Мы этот миф разбили. Да, вот он. Что-то его хочет записывать. Но проблема в том у нас была. Объясняю. Сейчас покажу проверку. Проверкой, ну, я забыл вам показать. Нет, надо... Из Викторию надо переносить и работать не из-под винды, а из D поставить. Но я сейчас вам покажу, пока миссия на... Так, запустить мини-администратор. Ну, это я предыдущий проверял. Вот, это очень хорошая утилита. Я поставил ее вот сюда. Вот она у меня стоит. Она как бы как работает на простом жестком диске, на флешке и все остальное. Вот портативные программы, вот она у меня, вот папка, вот где она сейчас. Вот. Куда это запихал-то? О, блин, забыл даже. Но надо же. Это программ, проводник. Ну, короче, она мне должна быть где-то здесь. Если она только не здесь. Вдруг я вам соврал, что она здесь. Ну-ка. Ну да, ее здесь нету. Понятно. Где-то вот здесь какую-то папку запихал. А вот она вот, Виктория. Вот. Вот. Как видите, здесь у меня лог. И вот в Samsung я проверял. Все, что здесь можно. Вот. Включаем. Использовать сейчас лог. Вот. Смотрите. Тестирование. 120 мегабит в секунду у него идет. Смарт. Паспорт я имею в виду. Че-то он хреново. Go. Ну, Go показывает статус. Это нормально. RAF отображать. Это пойдет уже... Для этого что-то. Так, все здесь журнал. Вот. Ну, по крайней мере, что-то он. Тестирование. Здесь такая есть быстрая. Починить сразу. И он смотрит. Как увидите, в начале. Вот видите, да? 56 мегабит в секунду работает. А в начале было вот здесь вот 2 гигабайта было. Просто-напросто много-много. Такие были большие ошибки, показывал. Я заметил вот своей Виктории, вот здесь вот 2 гигабайта было, вот внизу 5 гигабайт написано, да, вот видите, я этот диск просто обрезал на, по-моему, 56 мегабайт, что-то там было, или по 5 мегабайт было. И как смотрим, как у нас работает утилита. Прям шикарно, идеально просто работает, как мы этот миф сломали очень просто его. И многим этим дядькам молодым, блять, которые еще в жизни сладкую, кроме сладкой морковки, ничего не ели, они просто не знают, как это делать, и практически просто, как там говорил, я бог Ютуба. Если он бог, тогда я испанский летчик для этого. Вот что интересно дальше. У них, наверное, просто очень мало и много денег для этого есть. Чтобы, как он говорил, увидел, не может форматировать. То же самое, как и флешку делать. Одно и то же. Но я в Ютубе еще не видел, чтобы жесткий диск так сделали. По крайней мере. И чтобы сразу бежать в магазин. Но они, правда, у них, наверное, дядьки и тетки богатые буратины. Вот в данный момент, вот у меня
Вот один жесткий диск, вот он, второй жесткий диск. Чтобы не хвастаться мне их. Вот один, вот второй, вот третий. И все их починил. Разбирал, чинил, делал. По крайней мере, вот эта работа стоит. Я беру, если, ну, рублей 800 тысяч беру, да. А в основном они берут по 1000, по 2, по 3, если надо заявление писать какое-то там, как я помню, чтобы вернуть оттуда все файлы вообще. Ну, это, конечно, пиздеж. Все файлы, они ворачиваются. Хуй, как ты только не стирай. Почему говорят на сайтах, вот ваши файлы, они никогда не стираются. Это вам ложь, пиздеж и провокацию. Говорят, что она у вас, ну, это как бы это, теряется. Никогда она в смысле не теряется. Я сколько раз делал утилиты свои. А утилита у меня довольно неплохая. Ну, сейчас будет это подпрыгивать, но ничего страшного. Вот здесь она у меня, утилита довольно неплохая. Вот ИЗО. Вот. WinP10 8664, 4-гиговая, вот видите, подпрыгивает. Она очень такая слабенькая у меня, она, как вам сказать, я, она только работает только с программой работает. Только с перегрузкой и только, как я забыл, это называется тоже. Ну вот. Только с жесткого диска или с флешки только работает. Больше никак. То же самое прототипная программа, которая работает. Создали парни через программу. Якобы пытался, но еще не делал, чтобы полное было установление там. Ну, пока не сегодня делал. Пока времени нету. Да вот, еще у меня флешек целая куча, забыл показать, вон целая куча флешек. И вот еще наверху целая куча флешек. Ой, я не знаю, сколько у меня здесь их валяется, вот. И они все выкидывают, выкидывать не надо. Нормальным отдать ремонтникам, пацанам, которые понимают в этом деле. Но они не распространяются. Они всем делают, своим друзьям, все остальное. Ну, чтобы не было лишних проблем, лишней суеты. В принципе, вот так вот. Ну, как видите, ни одного нету. Нуля. От нуля нету. Вот, красненькое все, шестерки нету. Смотри, здесь 200, здесь пятерка, здесь четверка. Ну, здесь уже понятно все, что идет. Вот, по крайней мере, я этот миф развел. И не верьте толстосумам, дядькам, которые делают, что бегите в магазин, покупайте флешки бегом. Это простая реклама, чтобы вы покупали из строя выведенных также жестких дисков, SSD-шков и все остальное. В принципе, как-то так примерно. Чем больше вы покупаете, бежите по незнанке, тем больше вы им делаете выгоду. Ну, по крайней мере, если покупаете жесткие диски, вы приобретайте, ну не приобретайте, возьмите вот эту бесплатную программу Victoria 528, она сейчас усовершенствуется. Раньше они были, но они были похуже и без русского языка. Я начинал с четвертой, с третьей, с четвертой, но по крайней мере здесь сейчас все, русский язык уже идет, и уже интересно все, можно, можно дальше и дальше продвигаться. Взяли, купили жесткий диск, флешку проверили, если то же самое будет у такого говно, можете бежать в магазин сразу. У самого нормального жесткого диска начинается от 180 и молотить, это уже обшарпанное все. Вот. Как выглядит вот так вот жесткий диск, вот так вот примерно. Вот так вот жесткий диск выглядит. Вот здесь нет вот коллекторов, половины все постерлись. И практически уже мало, но на годик, на полтора, если хорошего сделать тестирование, постоянно делать его каждую день и каждую неделю, раз в неделю делать Виктории, можете как бы его продолжить жизнь его. Ну, по крайней мере, он уже будет у меня работать.
Ну что ж, всем спасибо за видео, все, кто смотрел, это прекрасно. Ставьте лайки, делайте, не стесняйтесь, пытайтесь. Ну и можно самое сделать так. Еще я вот пробовал делать то же самое. Проверить, например, при установке жесткого диска в виндуху или на флешку, можно сейчас устанавливать, надо ее форматировать. Форматируйте сразу с 5 мегабайт или 50 мегабайт. Еще там я показывал жесткий диск, который еще двойной становится, а там 2-3 штуки. Вот они как-то пытаются, не портятся. И из них, ну там рабочая степень, конечно, но они СРС появляются, что ну и надо форматировать уже. Если будет написано, что онлайн форматировать надо, это обязательно перегружать его, и как надо, прежде чем установить семерку, восьмерку, десятку, надо просто форматнуть его там, а на месте сперва удалить, форматнуть, поставить и все сделать по-нормальному. Ну, в принципе, все, спасибо, до свидания, пишите отзывы ваши, ну, все остальное, пока. Ну, надеюсь, вам видео это пригодилось, что миф этот развел. Ну, а толстосумам, пускай они сами в магазин идут, покупают. В принципе, до свидания, удачи, всем пока.